Глава 5 моей книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Привычка привлекать процветание, изобилие и фортуну, используя положительные утверждения. Сила аффирмации. Повторение одного и того же заклинания, одних и тех же утверждений приводит к вере. И когда вера становится глубоким убеждением, мечты становятся явью. Клод Бристол. Магия веры. Что же такое положительное утверждение, аффирмация? Это та формула, которую мы выбираем для себя и повторяя ее регулярно и многократно. Мы можем закладывать в наше подсознание все, что мы хотим и желаем иметь, а также видеть свою реальность. Меня восхищает пример голливудского актера Джима Керри, который использовал положительные утверждения и настрои, будучи еще никому неизвестным начинающим актером. Вот что он рассказал в интервью в 1994 году. «Я всегда верил в волшебство. Сидя без дела в этом городе, я каждый вечер поднимался на Малхолланд Драйв и, раскидывая руки и озирая город внизу, говорил: со мной все хотят работать. Со мной хотят работать все. Я действительно хороший киноактер. Меня ждут великолепные предложения. Со мной хотят работать все. Я действительно хороший киноактер. Меня ждут великолепные предложения». Вы, может быть, видели мое такое творческое видео, когда я воспроизвожу слова Джима Керри, а в моем эллинге. Так что вот, очищая одежду, знаете, такая Татьяна Салмановна тоже вот мечтает. Мечтаю быть актрисой, певицей. Вот такие вот дела. Интересно, правда? Вот. И повторял эти слова снова и снова, много раз, буквально представляя себя уже ангажированным в пару фильмов. Потом спускался с холма, готовый покорить весь мир, думая: предложения сниматься ждут меня прямо там, просто до меня они пока не дошли. Именно таким тотальным аффирмациям, лекарству от всякой хандры, научили меня еще в детстве. И неудивительно, что он добился известности и богатства. Вот, кстати, если вы спросите, а вот кому помогли вот эти положительные настрои, аффирмации? Вот, смотрите, известный голливудский актер Джим Керри, кстати, он снимался в великолепный фильм «Маска», в этом фильме он снимался в главной роли. Вот такие вот дела. Выписал чек себе на 10 миллионов долларов. И первым его большим гонораром было 10 миллионов долларов. Вот. Вот его аффирмация. Со мной хотят работать все. Я действительно хороший киноактер. Меня ждут великолепные предложения. Это моя творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Это моя книжка «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветание». Вот такие вот дела. Заснимаю мои такие сейчас шот-видео, поскольку делаю очень много дел одновременно. И заснимаю мои видео, и тут же сразу их загружаю на мою страницу ВКонтакте Татьяна Салманова через дефис Мактум Сайфудин через дефис. Готовлю себе также ужин в моем таком гранд-ресторанте. Одновременно мою посуду. Ну да. И вот думаю, как говорит Наталья Борисовна Правдина, конечно, чтобы делегировать, так скажем, и посуду, у меня была отключена, сейчас подключили уже горячую воду, так была отключена горячая вода, чтобы делегировать хозяйственный вопрос, знаете, вот это вот стирка белья, все по хозяйственным вопросам, приготовить еду, помыть полы, убраться. Нужно быть состоятельной. Как говорит Наталья Правдина, конечно,
когда-то, когда она еще начинала, в общем-то, изучать фэн-шуй, позитивное мышление, она все делала сама, она пишет книжки, но со временем она разбогатела, вот, и, конечно, в ее квартирах, там, доме, домах, вот, убираются уже помощники, вот такие вот дела. Это, знаете, очень великолепно, я тоже жила в Америке 4 года, все по хозяйству, всю хозяйственную работу делали, конечно, помощники, которым по-ритански платил деньги. А еду в основном я покупала, знаете, вот это вот в органик-шопе. Вот. Органик и, в общем, там салат. О, вертолет! Теперь как-то он в ту сторону пролетел, прямо над Долгоозерной улицей. Он, наверное, интересуется собором. Собором. Так что вот, полетел вертолет. В общем, еду шикарную в органик-шопе. Такая траектория у него очень интересная. Пролетела над Долгоозерной и свернула по авиаконструкторов. И полетел к Комендантской площади. Так что вот. Такие вот дела. Ну, в органик-шопе там салатики, вот это быстро, там суши, готовый уже суп, вы поняли, да? Готовые суши, там, шримпс, так что вот, машрум суп, салатик можно наподать, там, органик, быстренько приготовить, так что, знаете, такая вот еда, которую можно быстро-быстро уже приготовила. Вот, фисташки, я им уже рассказывала на одном из моих, даже не на одном, на нескольких, вот. Вот такие вот дела. Вот думаю, размышляю, как и написала в моей книге, очень хочу стать процветающей. И как я пишу, а как вы понимаете, кто такой процветающий человек? Процветающий человек – это человек, который богат и имеет деньги. Да, но не только. Это человек, который живет в гармонии с собой и с окружающим миром. Он здоров, счастлив, успешен и имеет время наслаждаться своим процветанием. Просто, знаете, я еще хочу сказать, я тут с моей страницы Фейсбука сейчас переписывалась для того, чтобы... Тот, с кем я переписывалась, понял, что это я. Так что вот. Просто это видео. Смотрите, я это видео. Сейчас у нас 21 час, 21 минута. Следите за моей мыслью. 21 час, 21 минута. Четверг, 10 июня 2021 года. Вот такие вот дела. Я заснимаю мое видео. Совсем недавно я написала. Мне написали, ну, то, что я попросила... Для этого нужно иметь королевскую карту. Так что вот, просто если вы не в курсе вообще, о чем идет речь, это может понять только тот, с кем я переписывалась. Просто я хочу сказать, что это я написала сообщение. Вот, да. Вот такие вот дела. И сейчас я быстренько это видео практически в прямом эфире загружу на мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис Мактум Сайфудин через дефис. 8 минут позитива со мной, с Татьяной Салмановной, Мактум Сайфудин.